Фу, друзья, всем привет! Наконец-то выбрались в тайгу, в лес. И поедем себе на избу. Пока мы тут дорогу снимать не стал, тут доехали до одного озера. Проверим капканчики на бобра. Фу, жуть. С Архангельска выезжали, было 25. Решили ехать. Тут 5 дней морозы были, около 40-ника. Кто с Архангельска знает, мы сейчас не ехали. Ну, подождали. Ну, приехали сюда, были, ехали тут 36 по дороге, приехали на место, здесь до деревни 35. Ужас, короче. Кое-как завелись. Вроде тут немного проехали. Да. Денис с Володей пошли. Я сейчас пойду их догонять. Проверим капканы на бобра. Денис ездил 6 дней назад, ставил. То есть, ну они уже с Димой ездили, ставили. Двух бобров они сняли и оставили. Сейчас мы поедем их проверим. Если что-то попадется, то мы их снимем. Но сейчас что, пока пойдем к ним. Ну а дальше все поснимаем, поглядим. Ну что, камера как снимает, я не знаю. В такой мороз я еще не снимал. Сейчас беру ружье, расчехлился. Как в лес приехать без ружья? И пойдем. Промерзло конкретно, наверное, там все. Ну взяли пишню, пилу. Сейчас поглядим. Ставили на старом месте. Где последний раз ставили, где у нас маленький бобер попался. Денис там двух сняли. Ну он там что-то на телефон снял, сфотографировался, я это ставлю. Два бобра в этом месте, тут и там, да? Тут он, там, да. В это и там он еще. Сейчас проверим. Ну ладно, как долго. Уедь промерзло, смотри. Так оно все вмерзло, все промерзло. Сколько около 40-ника было, да? Сейчас отдолбим, да, потом включусь. Где резина? Так, капкан сработан, что-то тяжелое. Знаете? На вторую. Лопату забыли. Опять малыш. Что-то мне на малыша. Денис один, двух нормальных взял. Кстати, они по 20 кило были. Тут опять малышка. За жопу, малыши, за жопу хватает. Ну, успевает пролетать, наверное. А? Успевает пролетать. Ты что, наверное, ты что? Надо сначала кто-то долбить, а потом посмотрим. Будем ставить, нет, да? Да, напилить. Ладно, все, сейчас сначала тот пропилим, отдолбим. Будем думать, если там попадется, то снимаем. Да, если там ничего нету, то, наверное, оставим еще.
долго. Должно что-то быть. Не, если, наверное, если даже если будет, все равно, наверное, давай оставим. Что тот маленький, что он там? Струи в нем нету. Слушай, друзья, ну что? Я печи сломал ли. Вот такой коротенький, он, Володя, работает. Где-то чуть-чуть сломали, лёд полностью промёрз. Сантиметров сколько, не знаю, но шины не хватает. Ладно, работаем. Тут, ребята, вон провод. Работа, но пустой. Шину-то надо бы. Ладно, ставим обратно. Ночи через три приедем, снимем шуканы. Ставим с приманкой, с осиной. Сбыли опять, я хотел на морковку попробовать. Морковку потом как-то попробую. Володя пока пошел. Там у нас где-то еще есть хата, еще там капкан один. Пошел пока там выпиливать. Мы сейчас эти два обратно ставим. Блять, замерз весь нахуй. Все, здесь поставили, пошли к Володе. На, держи. А тут есть, да, отдушина-то? Подходи, посмотри. Да, вон их есть. Так вот. На этой хате мы ставили в прошлом году, летом. Ну, не летом. Ладно, очищаем. В следующий раз возьмем лопату. Она у нас есть, но в избе. И печню надо будет сделать. Ну и потом будет меньше промерзнуть, я так думаю. Сейчас работаем. Точно. Эх. Надо как-то аккуратно вытащить. Чтоб видеть. А? Сработал, что ли? Все, вот сейчас он закрылся. Вот сейчас сработал он, да. Короче, блядь. Значит, до этого был нет. А? Ну, этот все снимаем, убираем. У этой хаты ничего не оставляем. Не хочет он тут выходить. Тут надо, не. На... Место нормально искать. А? Там, там. Тут нормально, тут надо как-то, вот как там мы нашли,
все что вот это. И мы здесь найдем еще. А? Я говорю, мы здесь найдем потом еще. Ладно, те два поставили, ладно. Этот, ладно, снимаем, убираем. Их надо туда, он бросит, и все. Потом все бросать надо. Ну что, друзья, что? Один капкан сняли, два оставили. Ночью через три посмотрим, что будет. Маленький бульдерчик попался. Ну и ладно. Все равно их надо уничтожать, потом плотину разбирать. Сейчас перекур, и тут километров 7 до избы. Так бросай, да? Я же так бросил. Да я другую же веревку там отрезал. Уяснилось, блядь. Блядь, я уже не понимаю, жалеть, я там летом не стою. Не знаю, вроде камеру снимает, друзья. Че, вот такой у нас как-то поезд. Начал снимать, батарейка села. Фу, тут у нас дровишки есть, все есть. Неделю назад Денис был с Димой, так приготовили, ладно, тут пару дней есть. Сейчас надо почистить трубу, снять этот, все забываю, этот грибок этот снять, чтобы лучше выхлоп шел, вкопилось. Ну, короче, сейчас тут все разбираемся. Денис поедет завтра домой, а мы с Володей непонятно насколько. У нас 8 свободных дней. Так что поглядим. Здесь у нас, я смотрю, жара, 26, ну еще ничего, ладно, занимаемся бытовухой. Все, сколько этот грибок снял, как бы на зиму я его снимаю, лучше выхлоп идет, прочищается, лучше меньше печка задевается. Так, трубу почистил, саму печку залу почистили. Все. Здесь затапливают. Тела идут. Отогреваем пилу. Одновременно перекусываем. Сало, яйца. По бичу заварили. Сейчас надо дровишек еще, березки надо, чтобы потом на ночь подкидывать. Изба еще не прогрелась, еще холодноватенько. Пар немножко идет. Блин, почему так? Че? Сам даже туда попал, блин. Цепь-то должна свободно же крутиться. Ну, вообще крутится, да, должна. Она с поршнем идет, с коленвалом, блин. А, вот он, вот здесь надо. Что, ну это вся и должна крутиться. Так, уже темнеет. Как это фиксируешь-то? Все время ее завязывает, а, потому вот что она прыгает. Что она прыгает? Прыгает, ты что, если? Прыгает. Что за фигня? Я по таким в прошлом году ездил, она как это тоже бум-бум, бля. Володя трубу обстучал. Будем затапливать. Так ее сегодня потопим, чтобы завтра мыться нормально было. Володя любит. Завтра натопим, будет мыться. А мы сейчас что, на масло поменять, тросик газа. Масло-то давай пока занесу.
ящик такой делал я, чтобы масло закипело у нас. Лукойл. Лукойл люкс 5W40. 5W40. Подороже говорят, но лучше его. Так. Пускай немножко греется. Что у нас? Ай, пускай тут стоит. Нет. Нету тут гаража-то, чтобы у нас что-то там заниматься тут. Хотели карбюратор поменять. Купили новый карбюратор. Карбюратор взяли. Ну, в двигатель лончин. Карбюратор нам сказали, это идентичный, подходит от этого. Как от Лифана. Взяли такой же. Потому что в прошлый раз Денис ездил, там игла, мозги компенсировала. А сейчас вон смотрим, что в 35 вроде завелась и доехали, и вроде ничего. Так что решили пока масло поменяем и тросик газа. Тросик газа очень жестко надо давить, пальцы устают. Думаем, что из-за него. Новый взяли, новый поставим. А, он перебит, да? Он, Денис говорит, перебит там тросик газа. Почему и тяжело, и пальцы устают, и мерзнут, когда едешь. Фу, как-то так. Сейчас сначала этими делами тут позанимаюсь. Потому что пила отогревается, пилили так. Пила отогреется, высохнет. И поедем что-то дровишками привезем. Фу, как-то так. Это толстая. Подожди, сейчас пока давай тросик вытащим, блядь, и тот посмотрим. Может быть, нахуй эту и менять не будем, хуйню, он так-то заебись стоит, блядь. Она вылетает, нахуй. А? Вылетала она сколько раз, нахуй. Вот это? Да. Она сейчас вообще мертво стоит. Сейчас. Ну, сейчас, ладно, посмотрим. Просто хуй, ну, сейчас она под баком, блядь. У меня есть там, блядь, переходничок. Это-то толсто, видишь, я-то тонко откручивал, нормально. А что он тут перекручен-то весь? Чего? Вот этот. Вот это? Да. Так ты что, забыл, что ли? Это... Я же тебе, блядь, про что и говорил. Помнишь, что это его... есть? Это есть перебить, что ли? Да. А когда мы его перебили-то? Так ты помнишь, мы его, блядь, это, делали тут, что-то мудрили тоже с газулькой-то, мудрились, и это, и как-то согнули, и он, это, перегнулся-то, блядь, и лопнул, блядь, вот так вот. Володя пошел за водой за холодной. Там уже три ведра нагрелось. Хотел просто подтопить. Походу пойдет ополаскиваться. Там жарище, говорит, уже. Что это за нас? Здесь что такое? Ну, хуй, ты не вытянется. Ага. Не вытягивается, блядь. Выходит. Терку. Пошли там-то, разожмем, вытащим там. Пошли. Он на эту вообще пойдет же. Че? Там обрезать и по длине он пойдет на туда. Куда? На этот. Ну хуй на это надо, блядь, это. Так, туда на 40 сантиметров меньше надо. Сейчас, наверное, сейчас будет, я не знаю. Пипец. Там баня-то есть же тут. Там в бане-то есть комната, да?
Так. Поведем его, что? Так же поэтому. Чтобы раз он у нас это. Может. Для его не сломать, но вроде. Может, вот здесь его вообще повезти. Блять, я хотел поэтому просто так же. Ну давай здесь. Меньше нахуй надо будет, да? Да. Иди вон туда. Держи его там. Где? Вот здесь вот. Да как ты будешь? А? Блин, давай его лучше тогда поэтому поведем, как и. Так вот, здесь порубим. Ну вот смотри, сколько у нас свободные. Ну даже буду. Ну хуй, мы сейчас его поведем поэтому. Давай сделаем как это, как было. А зачем тут было? Чтобы он не мешал нам, блядь, правильно? Правильно, нахуй. Подожди, а у нас он выгнул. Подожди. Не знаю, вот так вот сделать. Ну я его перекручивал по-другому там его. Так у нас сейчас-то бесем станет, чтобы не выскакивал. Ну-ка, открути чуть-чуть. Угу. Все хорошо. Мы же его загибали, да? Еще дома я. Ну-ка, давай, крути. Сколько там крутить-то? Сейчас сорвану. У нас долгожданный ужин, время уже 10 вечера. Ну-ка, покажи. Полдесятого, что ты говоришь? Что сегодня пьете-то? А, есть сентуки, как обычно, да? Все знаете, есть сентуки. Лайкосики ставим. Полдевятого. А полдевятого, да? А что за 10 часов? Да ты там говорил полдесятого. Я ну я наеб... Какие полдесятого? Это не говорю полдесятого. Полдесятого ты говорил там. 20 минут ты говорил десятого. Да не десятого, я тебе говорил девятого. Девятого мне послышалось. Обманул вас немножко. Мази где? Я вообще эти пол восьмого говорил. За чего? Когда мы вот вы почти уходили уже из бани. Да. Так, я что скажу, сейчас так сполнение это. Читанем, что Димон ты там написал. Там, Дима, вот когда с Денисом были неделю назад, что-то он тут написал. Приехали отдохнуть на 3 дня. Погода отличная, минус 29. Вчера весь вечер ремонтировали мотособаку. Сегодня заготавливаем дрова. Ну и непередаваемые ощущения похода туалет в такую погоду. Дима, нормально. В общем, отдохнули ништяк. Больше никто ничего не пишет. Тут два... А, Роман был с другом, подписчик. Они что-то ничего не пишут. Роман, будешь смотреть видос, потом что-нибудь пиши обязательно. Анекдот, может, какой-нибудь. Пока мы там тем всем занимались, Володя сварил супешнику из пачек харчо, да? Из пачек харчо. Ну там обычно пиво, жарко. Из оленины. А, да, консервы из оленины, оленина, да, была. Олень тут проходил. Да, он консервов накатали, потом покажу баночку. На Ренемарский проходил. Обещали 5-10 градусов завтра. Что-то. Сейчас 27, да? Сейчас 27. Ну и сегодня, не на сегодня они обещали тоже от 12 до 19. Самое меньшее было там днем 24. Это в Архангельске. А, у нас? У нас, да, было 24.
Изба, можно сказать, только нагрелась. Затопили в 3 часа, время было 9. Это было на один раз? Или на два? Короче, 5 часов. Что делал-то? Ты мусатик. Короче, тот-то ставь тут, вон там, в те ножи в цене. Да, да. А тот потом купишь. Я тот тем ножом даже на кухне не могу пользоваться. Там же кто-то спрашивал. Ну, один комментарий был, кто-то спрашивал, где ему сад этот брать. Денис ему скидывал эту ссылку. Группа, да, ВКонтакте? Потом, блядь, помидор можешь просто на весу вот так. Разрешить эту сковородку. Я помидор раздавлю обычно. Ой, лезет и это все. Зачем? Ты его держишь и просто ножом. Так пальцем потом зафигеришь. Закинь туда обратно. Парень нормально вроде как. Стейками жар. Ну, жареный нормально. Ладно, друзья, пошел еще сейчас луну для вас поснимаем и спать. Увидимся уже завтра. Ребята тут культурно отдыхать умеют. Умеют. И синдуки убавляются. Еще есть таких вот на улице два следа. Вот смотрите, явно босиком. И никто не признается, кто выходил босиком на улицу. Главное, постоял так ровненько. И все. Володя говорит, не выходил. Денис спал в шерстяных носках. От него явно следы так не останутся. Но... Володя, признавайся. Я спал, я не раздевался. Ну да, от Дениса не останется. Володя, признавайся. Че, босиком выходил? Так, ну доброе утро, друзья. Мы проснулись, чайнички поставили. Блять. Скоро будем традиционно завтракать яичницей. Друзья, ну еще раз всем доброе утро. Все, заправились, разогреваем. Буксировщик. Сегодня Денис домой. Сейчас поеду его до машины отвезу. Ну и приеду сюда обратно. И потом, наверное, дровишки еще на нас съездим. Или после обеда, может, пойдем на рыбалку. Там посмотрим, когда приеду, там видно будет все. Сегодня у нас, по-моему, там потеплее. Шестнадцать градусов потеплее. Жара, можно сказать. Ладно, поснимаем, может. У нас тут типа небольшой аварий. Решили карбюратор все-таки поменять. Мозг компенсировал.
Ну и что-то, походу, непонятно с фильтром. Фильтр там выньи. И там... Там внутри везде лед был. Крышку снять что-то не можем. Тоже, наверное, замерзло. Очищаем лед. Почему там лед через фильтр туда попадает? Фильтр выньи. Кто-нибудь напишет свое мнение. А вот это? Вот он сунул место с этого. Чего он тут вынес? Почему? Засасывает этот снег или что-то. Так, не знаю, болтики-то куда-то. Побрызгать или так вытрать? Так не вытрется, надо обрызгать, наверное. Синий.